Ни завтрак, ни обед. Работа. Дегустация своей продукции. Глава комиссии, председатель рыболовецкого колхоза Узвара Илганис Бумбурс. Сын рыбака и сам рыбак. Отец брал салаку в Рижском заливе и далеко от берега не уходил. Флот сына отправляется теперь на промысел даже в Атлантику. Здесь, в дюнах, сохранили старую рыбацкую деревню. Дома стали музеем, улицы, дворы, лодки. А рядом новая, деревня, не деревня, как угодно называйте. Вот такой он, латвийский колхоз Узвара. Бумбурс председательствует тут более четверти века. Много усилий пришлось потратить, чтобы колхоз стал одним из лучших в Латвии. Бумбурс считает, только хозрасчет помог добиться таких успехов. И все колхозники согласны с ним. И трудятся по-хозяйски, расчетливо. Их консервный завод выпускает 14 миллионов банок в год. Снабжают Юрмалу и Ригу, Изборск и Вологду. Ежегодно промысловый флот дает колхозу 1800 тонн салаки, сельди, трески, сардины, скумбрии, ставриды. Идет капитанский час. Сига-сига, Юрмала-1. Уточняю плановые задания. Необходимо заготовить 4 тонны рыбы для рижской базы. Стандарт предусмотренный. Как поняли, прием. Находимся в заданном квадрате. Лов ведем по предусмотренным нормам. Косяк попался неплохой. План выполняется.